Привет всем любителям баскетбола и добро пожаловать в Астану. Здесь проходит матч регулярного чемпионата единой лиги ВТБ между Астаной и Пармой. Карвел Андерсон на своего центрового делает передачу и накрывает его Руслана Булбасира. На Биджи Джонса передачу. Джонсон на паузе вылавливает мяч. Называется Дэвин Дэвис. Оу! Ройс Хэм сверху. Тут никаких шансов абсолютно у защиты. С психологической точки зрения вот так ответить Ройс Хэм. Второй данк к ряду от бигмена Астаны. В атаке. Ой-ой-ой, какой навес! Ричард Соломон и Биджей Джонсон. Да. Большие располагаться. Посмотрите, как Ричард Соломон на видении. У Карвела Андерсона выбивает. И 2 очка Биджей Джонсона. Время тайм-аута, конечно, для Олега Киселева. Сейчас Карвел Андерсон. Его дальние атаки. Но здесь Карвел проходит. В правую сторону не попадает. И Ройс Хэм добавляет мяч в корзину. Защита шикарная в исполнении хозяев. Под кольцо не пошел. Дмитрий Гаврилов красиво по дуге Филиппе Хасы и выбивает у него мяч Си Джей Райс. Колачиваем с двух рук. В атаке Астана. Уже пытались мяч выбить. Это не получилось. Классно ворвался Дэвин Дэвис. С дальней стороны, слева в данном случае. Азерис. Удачно, но Соломон на подборе. Биджей Джонсон. И Брайса против него Васа пушится. И Брайс красиво как показал, поднял воздух. Стас Ильницкий на Биджей Джонсон. Тот пытается один в один против Парамона Марчука. И сверху с двух рук. Это было здорово. Но кажется, что Джонсон не отдаст. Пойдет разрывать. Нет, это скидка в угол. Марчук мимо. И Дэвин Дэвис. Путбэк. Да. Пеницкий с дальней дистанции мажет. Дмитрий Халтурин на подборе, но не лучшим образом возвращает. А Маркел Джонсон устремляется и сверху. Но владеть мячом будет Парма. 2,6. Соломон из-за дуги попадает Ричард. 3 очка в корзине. 71-65. Халтурин на Брайса. И накрывает его Ройс Хэм. Вправо страхует, влево точнее страхует Ричард Соломон. Это передача, которая не проходит. Ричард Соломон вперед. Брайс сам не попадает. Но 2 очка засчитаны. Кто будет получать? Андерсон нет. Маркел Джонсон. Против него Ильницкий. 2 секунды. Маркел не попадает. Вам рассказы. Дистанции делает меньше, чем штатные снайперы. Си Джей Брайс выводит Парму вперед. Минут 45 против Ройса Хэма. У того 4 пола, я напомню. Биджей Джонсон. 73-80, но 7 разница и смысла палить нет. Джонсон, тот, что Биджей, я думаю, ставит тоже. 76-86. Важная победа для подопечных Евгения Пашутина.